Всем привет, друзья! Тестостерон – это такое слово, на которое многие люди даже не обращают внимания. Если спросить у них, что это такое значение этого слова, они вам не ответят. Но только настоящий мужик, истинный спортсмен, понимает значение этого слова, потому что тестостерон для него является всем. Тестостерон содержится также и у женщин, но в гораздо малом количестве, чем у мужчин. Поэтому для женщин лучше его не увеличивать вообще, но мужикам, если у вас маленький уровень тестостерона, то вам его желательно повысить. И сегодня в этом видео я расскажу, как это сделать. Давайте начнем с того, что тестостерон образуется в основном в надпочечниках и в яичках. Поэтому, если у вас нет яичек, то вам не повезло, выключайте это видео. Максимальной своей концентрации тестостерона мужчин достигает с 18 до 20 лет. Если вам 35 и выше, то у вас начинает с каждым годом тестостерон падать на 1-2%, что, естественно, нехорошо. И многие атлеты после 30-35 лет прибегают к фармакологии, чтобы поднять этот уровень. У мужчин тестостерон может снижаться по разным причинам. Это, допустим, стресс, неправильное питание, малоактивный образ жизни, плохо высыпаетесь, медикаменты, дозное лечение какое-то, которое там снижает ваш уровень тестостерона и так далее. Причин довольно-таки много. Сейчас тоже, знаете, тема такая популярная пошла. Воздержание, там вот это от секса и всего. Короче, несбалансированная половая жизнь тоже ведет к потере уровня тестостерона. Итак, друзья, как же натурально увеличить тестостерон? Первое и самое распространенное, самое удобное для всех людей – это заниматься спортом. Каким спортом нужно заниматься? Именно силовым. Прокачивать мышцы, заниматься не более одного часа в день. Почему? Потому что если вы будете заниматься 2-3 часа, то будет большой стресс для организма и будет вырабатываться кортизол. И, естественно, тренироваться нужно не каждый день, потому что мышцы не будут восстанавливаться и ничего хорошего от этого не будет. Тренируйтесь 2-3 раза в неделю. Ладно, максимум 4. Второе – это питание. Если вы хотите увеличить тестостерон, вам нужно питаться и не переедать. Многие любят просто нажраться до отказа, чтобы там просто уже изнутри выходило у вас, выплескивалась вся эта еда. Да, но на самом деле этого делать не нужно, это только вредит вашему организму. Чтобы выделялся тестостерон, вам нужно кушать, ну, в среднем 4 раза в день. И также не позднее, чем за 3 часа до сна. На самом деле самое важное — это соблюдение баланса в питании. То есть белки, углеводы, жиры, они должны быть сбалансированы. Вы не должны нажираться отдельно либо углеводами весь день, либо белками, либо жирами. Это все должно быть сбалансировано, тогда это все пойдет на пользу. Тем более есть такие продукты, которые напрямую увеличивают ваш тестостерон. Давайте их рассмотрим. Здесь есть, конечно, один минус. Продукты, которые увеличивают тестостерон в вашем организме, они увеличивают и холестерин. И есть шанс заработать сердечно-сосудистые заболевания. Это такие продукты, как рыба, мясо, печень, яйца, икра, молоко. И да, многие из этих продуктов увеличивают холестерин. Здесь, ребята, важно соблюдать меру. Следующее – это цинк. Цинк напрямую связан с выработкой тестостерона. Можно даже пить его просто в таблетках. Если же вы не хотите пить цинк в пилюлях, то он содержится в таких продуктах, как морепродукты, сыры, орехи, семечки, рыба. Вот в таких продуктах. От себя я могу посоветовать просто купить витамины в комплексе. Там есть все. И селен, витамин D, витамин С, А, В. Вообще все витамины. Просто берете, пьете. И это максимально будет благоприятно для вашего организма. Не забывайте пить более 2 литров воды в день. Следующее, ребята, это сон. Как вы знаете, бодибилдинг держится на 3 китах. Это питание, сон, тренировки. Сон очень важен, потому что во сне у вас восстанавливается все, увеличиваются гормоны, всплеск гормонов некоторых происходит, которые не вырабатываются в обычной жизни, когда вы ходите там, либо сидите, либо в компе играете. Вот, поэтому спать очень важно. От 8 до 10 часов. Следующее, друзья, это регулярная половая жизнь. Многие сейчас спорят, что нужно воздерживаться, другие говорят, что не нужно. Я считаю, что не нужно. И если вы будете все усреднять, то есть не слишком много, не слишком мало, то будет все в норме. Вообще, что основное? Основное — это спорт, это сон, это хорошее полноценное питание сбалансированное и также витаминки. Покупайте комплексные витаминки и живите, повышайте тестостерон. Ну вот и все, друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно, если хотите поднять свой уровень тестостерона, а как вы знаете, это спорт в основном и также хорошее питание, то вам нужно зайти на сайт archimorris.com и купить программу тренировок и питания, которая максимально сбалансирована и поднимает просто на огромное высоту ваш уровень тестостерона. Всем удачи, ссылочка в описании. Пока.